настане день. Закінчиться війна, там загубив себе, побачила ж до дна. Ты давай, не разговаривай, а давай, Маш, Маш. А чё ли сама? Смотри, не капни. Ух. Не получается. Короче, мы... Куда мы идем? Макдональд. Мы решили стать последними. Ну-ка смотрим, работает, не работает, работает. Как думаете, работает, не работает? Работает, не работает, работает, не работает. Итак, это очень важный момент. Надо купить бургеры, заморозить их. Так, работает, не работает. Работает. Прикинь, работает! Помчали, сука, в Макдак. Быстрее, фига там очередь. Дэн, как твои ощущения, что Макдональдс все пока работает? Отличные. Сейчас мы купим и заморозим. Сейчас будем брать и замораживать, потом да. Ловите на Авито, короче. Это. Вместе с пакетиками в подарок. Да. Здесь. Вы здесь кушаете? Здесь. Как это приятно слушать, знаете, когда говорят, что закрывается Макдональдс еще пока. Кушать здесь будете? Здесь. Ее нельзя снимать. Блин, просто очередь не кончается. Макдональдс. Это маленький такой закуточек Макдональдс. Дэн, ты будешь плакать, когда Макдональдс закроется? У меня будет замороженная булка. Иди сюда, иди, вы хороший, иди, вы хороший. Все, не удалили, да, не удалили Инстаграм. Друзья, всем доброго утра, всем отличного настроения. Простите, смотрите, в каком я месте проснулся. Это просто чудо, и кто меня встречает тут? Ребят, а еще смотрите, здесь можно делать вот такие сюрпризики. Сейчас пока. Просто я хочу, чтобы потом Алена реакцию увидела. Вот. Это очень красиво, очень круто и приятно. Так, друзья, еще раз всем привет. Значит, смотрите, сейчас будет очень полезная информация. Я понимаю, что все переживают по поводу, что будет с Инстаграмом, закроется он, не закроется, через VPN, не через VPN, но тем не менее, как бы есть такая фишка, что у нас в Инстаграме куча полезной информации, ну, то есть куча нашей информации, фотографий, видео, все остальное. Что с ними делать? Сейчас я с вами хочу поделиться ссылкой, я сейчас кину еще пару сторисов, чтобы вы посмотрели, как скачать всю информацию из Инстаграма. Смотрите следующий сторис.
Всегда можно найти какое-нибудь очень-очень крутое, классное место, где можно офигенски отдохнуть. Не видно тебя. Не переживай, я тебя не снимаю. В общем, ребят, посмотрите, какой классный домик. Я на самом деле сейчас кучу наснимаю сторисов, потому что, ну реально, блин, просто... Ребята, когда вечереет, смотрите, какая красота вокруг. Ну что, ну скажи что-нибудь. Ничего не скажу. Друзья, я вам могу похвастаться тем, что я сейчас общался с легендарным участником телепроекта «Дом-2», ныне классным блогером Майем Абрикосовым. Вот. И если заблокируют Инстаграм, где его найти? В телеграм-канале, вот сюда подписывайтесь.